У нас сегодня много интересных проектов. Принесли ремонтировать аккумулятор вот такой огромный. Здесь 20 тысяч ампер-часов, то есть его хватает на 70 километров. Представляете, офигенный аккум. Дальше у нас тут старшосе в сборке. Сейчас будем изменять длину задней оси, чтобы передний раздвигать, вкручивать каретку и целиком его восстанавливать, насколько это возможно, сколько нам деталей дали, столько и сделаем. Такие вот проектики. Собрали старшосе, вкрутили старую каретку, все отрегулировали, есть небольшой люфт. В рулевой все вообще идеально. Переднее колесо встало без проблем, немножко протянули. А заднее колесо собрали на старой советской оси. Она подошла, подобрали пыльнички, подобрали трещотку аж на 5 звездочек и выровняли зонт. Получилось идеальненько. Прям ровно, 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 все хорошо.